к сожалению, новая украинская власть делает все те же ошибки и повторяет их, как и предыдущие. Естественно, предыдущая не могла ничем прикрываться, и это был просто грабеж. Действующая украинская власть может сегодня говорить, что в стране тяжело, в стране война, в стране убытки, и этим прикрываться. Каждого, кто критикует конструктивно то ли киевскую столичную власть, то ли всеукраинскую, каждого тут же назначают агентом Путина, агентом России и так далее. И это самый простой способ сегодня бороться с критикой. Повторюсь, на сегодня никаких реформ практически не произошло в Украине. Никаких ожиданий на сегодня людей, которые стояли и мерзли на Майдане, прогнать одну банду не сбылись, поскольку, к сожалению, на сегодня те, кто пришли к власти, бороться с коррупцией не хотят, улучшать жизнь людей не хотят. Назначения происходят вообще безумные и сумасшедшие. На должности назначают бывших регионалов, на должности назначают бывших представителей власти. Это то, о чем мы предупреждали еще во время революции достоинства Евромайдана в декабре 2013 года. Вся проблема народа и людей заключается в том, что единственной формулой было изменить страну – это не пустить никого, кто был до этого у власти.